Приветствую всех на спортивном. Нигерийский форвард Муса Ахмед вернулся в ЦСКА после 2 лет. Узнаем подробности про это, узнаем, что же он сказал по возвращению, и узнаем комментарий Гончаренко после игры с Пястом. Не забудьте рядом с кнопкой подписаться нажать и на колокольчик, чтобы знать о последних выпусках на спортивном. С 2012 по 2016 Муса выступал за ЦСКА, где 3 раза становился чемпионом, после чего уехал в Лестер. И нужно сказать, что играл там он крайне мало, чаще даже не попадал в заявку. Ну, нужно сказать, что тяжело пробиться в основу Лестера, где играют такие футболисты, как Варди, Слимани, Акадзаки и его соотечественник Ихеаначо. В этом сезоне за Лестер в чемпионате он не провел ни одной игры, и, естественно, он рад возвращению в ЦСКА, что, собственно, сам и подтвердил. И где у него может появиться место в основе? Ну, если он заиграет в ЦСКА, то кого-то же он должен заменить. Есть информация, что армейцы продадут своего тяжелого форварда Арона Аланары, из-за которого переход Мусы затягивался. Ну и перед тем, как официально объявят о его переходе, ЦСКА нужно решить вопрос с Аланары до возвращения Мусы. Напомню, что трансферное окно в Англии закрывается на следующий день. Аланары может продолжить карьеру в чемпионате МЛС за океаном. И вот когда его будущее уже почти определено, ЦСКА и Лестер договорились по трансферу Муссы. ЦСКА приобретает в лице своего бывшего игрока прежде всего скорость, чего не было у Аланары. Но нужно сказать, что у обоих форвардов разный стиль игры. Сам Муса, как я и сказал ранее, подтвердил свой переход. Также переход подтвердил и его агент. Муса заявил, что счастлив возвращению. Кроме того, внимание, он рад возвращению домой. Ну согласитесь, если бы он играл неважно, то ЦСКА навряд ли бы его вернула. А если бы к нему относились здесь плохо, он бы не стал говорить, что счастлив вернуться, да еще и домой. Здесь его примут как родного, и он быстро адаптируется, ведь за ЦСКА он тоже провел немало времени. Еще пару дней назад сообщалось, что он должен был прибыть на базу ЦСКА для прохождения осмотра. И вот вчера вечером ЦСКА и Лестер пожали друг другу руки. ЦСКА арендовала нигерийца до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа. Если ЦСКА будет его выкупать, то эта сумма будет ниже той, за которую Лестер купил его 2 года назад. Напомню, это было порядка 20 миллионов евро. ЦСКА вместо громоздкого Аланары получает быстрого и динамичного форварда. Напомню, что сам Муса не так давно играл в Краснодаре в товарищеском матче своей Нигерии с Аргентиной. Тогда нигерийцы, напомню, выиграли. И еще одна информация про ЦСКА. Клуб сыграл в товарищеском матче с польским Пястом 0-0. Напомню, что Пяст идет на предпоследнем месте в польском чемпионате. Но несмотря на это, Гончаренко остался доволен игрой. Мы сыграли хорошо как впереди, так и сзади. Быстро возвращали себе мяч. В общем, есть позитивные моменты в этой игре, отметил тренер. Подписывайтесь на новости футбола, ставьте лайки, если информация была вам полезна и интересна. Услышимся!